Добрый день! Я рада приветствовать вас на канале Тати Гео. И сегодня хочу поговорить о плодовых деревьях. Как важно формировать деревья вовремя. Покажу вам на примере оливкового дерева. Если вам видно сзади меня, оно не в очень хорошем состоянии, это дерево. Я нахожусь практически в центре. Какая особенность? Для того, чтобы дерево хорошо себя чувствовало, плодоносило, росло хорошо, его обязательно нужно подстригать, обрезать, формировать. Даже в таком жарком климате деревья, как вы видите, не подстрижены вовремя и поражаются разными болезнями. Как подстригают, как обрезают, формируют крону оливковых деревьев и большинства здесь плодоносящих деревьев. Его формируют, такой секрет, лайфхак, формируют в виде зонтика. То есть вам важно открыть середину так, чтобы дерево могло принимать солнечные ванны, солнечные лучи. Солнце является натуральным дезинфектором, и дерево не будет болеть, будет хорошо расти, хорошо плодоносить. Сейчас отойду, покажу, как неправильно сформировано дерево, и поэтому у него здесь появились вот эти вот болезни. Так, смотрите, на самом деле середина, посмотрите на середину дерева, она очень густая, солнечные лучи, вот я только что там была в середине, они практически не доходят до центра, густо. Много веток, нет никакого смысла, пусть это лучше будет 4-5, но они будут здоровые, само дерево будет здоровое, ветки будут также здоровые и плодоносящие. Самое главное — это получить хорошие, крупные, вкусные плоды. Нашла для вас наглядный пример, как сформировали, обрезали, молодцы. Я надеюсь, что дерево выздоровеет. Видите, сзади меня у него свежий срез, свежий спил у этого оливкового дерева. И получается, что идет один ствол, и ветви вот так вот, чем они более широко друг от друга расположены, тем лучше идентифицируется сам ствол натуральным природным способом. Залог хороших плодов – это правильно его сформировать изначально, дерево. Вот здесь молодцы заметили, что дерево страдает, и я думаю, вовремя обрезали, потому что ствол достаточно крепкий, внешне каких-то дополнительных нет повреждений и других болезней. Но вот это вот, она со временем уйдет. То есть лето здесь жаркое, и здорово будет. В следующем году, я думаю, это дерево поблагодарит своих хозяев и даст хороший урожай. С вами была Георгиевская Татьяна. Задавайте вопросы в комментариях, и я жду вас на канале Тати Гео. До новых встреч, пока-пока!